Меня зовут Руслан Корениха. Я работаю на станкостроительном заводе города Барановичи, ведущим инженером-технологом производства эмальпровода. Я просыпаюсь где-то в 6:30, в 7 часов, умываюсь, пью чай, глажу рубашку себе, утюжу на работу, одеваюсь, собираюсь и выезжаю на работу. На работу я приезжаю в 8:10, 8:15. Рабочий день я начинаю с обхода производства, осмотра оборудования, просмотра журнала приема передачи смен, чтобы понять, какие были простои в ночную смену, количество их, причины их, были ли какие проблемы. В мои обязанности основное входит это контроль технологических процессов на производстве эмальпровода. У нас их 4. Здесь непосредственно происходит нанесение лака на проволоку алюминиевую. Лак наносится до 10 слоев, в результате чего получается провод эмалированный. Линия у нас очень длинная. Здесь у нас получается уже готовая продукция. Здесь же также проверяется наличие шероховатости, наличие смазки на эмальпроводе и проверяется контроль качества намотки на катушку. Эмальпровод – это обмоточные провода, которые используются во всех двигателях, во всех сферах жизни, в космосе, в медицине, в строительстве, то есть везде. Ну, наверное, я люблю свою работу за то, что благодаря ей ты развиваешься, не стоишь на месте и постоянно движешься вперед. Каждый день ты узнаешь что-то новое и новое. Сейчас проходит процесс измерения относительного удлинения, то есть насколько проволока до момента разрыва может удлиниться. Значение 37,7%. Благодаря моей работе и работе нашего коллектива мы производим конкурентоспособную продукцию, которая востребована практически во всех отраслях Республики Беларусь, а также за ее пределами. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.